Этот город сердцу дорог. 79 лет со дня образования отметила ненецкая столица ее жителей. В культурно-деловом центре прошел торжественный концерт. Самой приятной его частью стала церемония вручения нагрудных знаков ветеранам города. На празднике побывала наша съемочная группа. Алина Выучейская продолжит тему. Десятое марта 1935 года – историческая дата. 79 лет назад рабочий поселок Наринмар был преобразован в город. Для административной единицы возраст сравнительно молодой. На памяти многих горожан и деревянные тротуары, и невысокие дома, как в известной песне поется, и даже землянки на месте Калюша. Можно сказать, что наш Наринмар – город в самом рассвете сил. Продолжает строиться и развиваться. Этот факт отметили все гости праздника в своих поздравлениях. Дорогие наринмарцы! Я хочу всех поздравить с днем города, с днем рождения. Всем пожелать крепкого северного здоровья. Всем пожелать ярких искристых глаз, общения, радости, всего самого-самого хорошего. С этим праздником мне прежде всего хочется поздравить наших оленеводов, рыбаков, работников тундры, которые прославляли наш город Наринмар. С этим праздником мне хочется поздравить работников лесозавода, рыбокомбината, наших славных строителей. Ежегодно в канун празднования дня рождения в Наринмаре чествуют ветеранов. Тех, кто всю жизнь трудился на благо города. В 79-ю годовщину звания ветеран города присвоено 43 наринмарцам. Все они более 30 лет отработали на предприятиях города. Присвоит звание ветеран города Наринмара Бондаренко Вере Васильевне. Среди награжденных известный в округе историк-краевед, автор книг Марина Коловангина. Марина Михайловна родилась и выросла в Наринмаре. На протяжении 30 лет она преподает исторические дисциплины в социально-гуманитарном колледже. Большинство, наверное, родилось здесь и живет всю свою жизнь. И я, как и большинство ветеранов, не собираюсь променять наш город Наринмар на что-нибудь другое. Еще одна традиция праздника – звание почетного гражданина города Наринмар присвоено Николаю Рочеву. Николай Константинович работает прорабом в Наринмарстрое. Он известный в округе спортсмен-лыжник. Спорт стал для него делом жизни наравне с основной профессией. Получить заслуженную награду в День города Николаю Константиновичу не удалось. Он сейчас находится на соревнованиях в Сыктывкаре. Нагрудный знак почетного гражданина Наринмара Николаю Рочеву вручат в сентябре в рамках празднования 85-летия округа. Традиционно народные гуляния по случаю такого торжества горожане справляют осенью. Ну а в марте ограничиваются праздничным концертом и поздравлениями. Алина Воучейская, Антон Выдряков, телеканал «Север».